Первая в мире женщина-космонавт и единственная в мире женщина, совершившая космический полет в одиночку. Валентина Терешкова встретилась с будущими специалистами космической отрасли, со студентами Самарского университета, а также с преподавательским составом. Из рук губернатора Валентина Владимировна получает почетный знак «Куйбышев – запасная столица». Именно этот город раскрыл свои объятия космонавтам после приземления на Землю. Ректор Евгений Шахматов вручает Валентине Терешковой диплом о присвоении ей звания почетного доктора Самарского университета. Не так давно нас пригласил на встречу Владимир Владимирович Путин. Были представители разных регионов, а я представляю Ярославскую, Ивановскую, Костромскую и Тверскую области. Вот когда говоришь, смотришь в глаза людям, да, много проблем. Да, действительно, помогать надо президенту. Потому что, я думаю, каждый из нас помнит, какую страну он принял. Практически не только с удельными княжествами, которые боролись за свою самостоятельность, раздирая страну на удельные княжества, но и зарплаты не платит, и не было практически... Ветераны Великой Отечественной были брошены, не платили пенсии, детям пособия не платили. Он собрал эту страну. В Самарском университете имени Королева сегодня сразу несколько знаковых событий. ВУЗ получает на вечное хранение флаг Самары с наградной лентой «Город трудовой и боевой славы». Вчера Самаре присвоили это почетное звание, а сегодня губернатор вручает наградную ленту предприятиям, которые заслужили его для города. Наши только 38 тысяч штурмовиков, выпущенных двумя заводами, Ил-2, они обеспечили превосходство в воздухе, а это во многом предопределил исход войны, победы, нашу победу. И здесь люди день и ночь, самарские люди, во время войны, подростки, женщины, работали, ковали оружие победы. Звание почетное и одновременно обязывающее, отмечает ректор университета, в будущем обещает оправдывать высокое доверие снова и снова. Виктория Шара, Марина Матвейшина, Максим Гусев. События.